Приветствую, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это «Фокус от моряка». Ну что же, подошел к концу очередной месяц. Это был месяц февраль, высокосный месяц в этом году. И сегодня 29 число, мы подводим итоги нашего конкурса. Итак, место номер 3. И комментарий, который мне понравился, оставил пользователь с ником «Пиковый маг». Пользователь «Пиковый маг» и его комментарий к видео «11 друзей колоды». Итак, что же получает у нас маг «Пиковый»? «Пиковый маг» получает из сундука моряка легендарные, классические и везде узнаваемые карты «Байсикл Стандарт». «Пиковый маг», эта колода теперь принадлежит вам. Так, место номер 2. И комментатор, который уже побеждал в нашем конкурсе, но в этом месяце он снова написал один прикольный коммент. Насколько мы знаем, у нас есть лимит, то есть человек может выигрывать два раза, да, не более. Так это как раз второй раз его и будет. Это комментатор с ником Дмитрий Синев, или Синев, прошу прощения, если неправильно сказал. Дмитрий Синев и его комментарий к видео «Twisting the Aces». Итак, что же получает Дмитрий? А Дмитрий получает, я правда не помню, что он в прошлый раз выигрывал, но в этот раз он выигрывает колоду Талихо. Это у нас Circle Back. Талихо Circle Back. И вот такие вот картишки достаются у нас Дмитрию. Итак, место номер 1. И комментарий, который мне понравился более всего, оставил пользователь с ником Богдан Стингер, Стингер Лычев. Богдан Стингер Лычев и его комментарий к видео к обучающей тасовке Vice Shuffle. Итак, что же получает у нас Богдан? А Богдан из сундука моряка получает вот такие вот картишки, которые называются Мок V3 в зеленом цвете. Богдан, поздравляю вас, эти карты теперь ваши. Да, друзья, в этом видео, кстати, хочу сказать, что у нас есть такие печальные новости, а именно YouTube убрал показатель самых активных поклонников. Ну, собственно, давайте посмотрим на видео. Приветствую вас, друзья! В этом видео, честно говоря, у меня для вас хреновенькие новости. Дело в том, что YouTube, как и обещал, убрал категорию поклонников. То есть, помните все, да, если раньше я заходил в эту колоночку, в сообщество, да, здесь у меня шли комментарии, сообщения, подписчики, и потом шли поклонники, то сейчас поклонников уже нету. Сейчас остались только подписчики, но по ним, к сожалению, ничто определить невозможно, то есть здесь не показано, какой самый активный. О, китаец что ли? Здесь не показано, кто самый активный, кто принимал наиболее активное участие. Так что, друзья мои, к сожалению, видимо, больше у нас не будет с вами категории самого активного подписчика. Это как бы не мое новшество, это вот YouTube решил убрать этот подраздел. Поэтому в этом месяце у нас будет просто 4-е место, также будет выбран комментарий. Какой комментарий я выбрал, вы сейчас узнаете. Поэтому у нас теперь появляется 4-е место. Но 4-е место будет это именно вот сейчас, потому что как бы я не знал, да, люди тоже рассчитывали, поэтому я решил, что все-таки это не мое введение, YouTube придумал, никого не предупредив. Вот. Поэтому в этом видео у нас, в сегодняшнем выпуске, у нас будет 4-е место, но в последующих выпусках пока что будут идти 3 места. Потом, может быть, придумаем, будем ВКонтакте разыгрывать или еще что-нибудь. Ну, в общем, посмотрим. В общем, сегодня у нас есть 4-е место, но это только сегодня. В марте будут только 3. Итак,
Четвертое место – это комментатор под ником Сергей Катков. Сергей Катков и его коротенький, но очень прикольный коммент к итогам конкурса за январь 2016 года. Итак, что же получает у нас Сергей? Сергей получает колоду, которую я подготовил для активного. Это у нас красный Талихо, и это у нас Фэнбэк. Вот такая вот колода достается Сергею Каткову. Ну что же, уважаемые победители, я вас от души поздравляю, все молодцы. Вот, ребята, пишите от души, если хотите победить, потому что, ну, комментарии, которые пишутся чисто для конкурса, их как бы сразу видно. Вот, я все-таки отдаю предпочтение людям, которые пишут, вот, ну, просто берут и пишут. То, какие у них мысли есть, то они и пишут. Итак, все ваши адреса, индексы, фамилии, имя, отчество получателей я жду в личку. Победители, пожалуйста, пишите. Я буду ждать. Итак, карты будут отправлены после 15 числа. Ну что ж, друзья, на этом все. Поздравляю еще раз победителей. Те, кто ничего в этом месяце не выиграл, не отчаивайтесь. Наш конкурс продолжается. Весь март в вашем распоряжении. Пожалуйста, участвуйте, пишите. И, надеюсь, вам всем повезет. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. До встречи в следующих видео. Пока.